Они протестуют против кровавой бойни, развязанной Россией. Украинские дети, женщины, старики, бежавшие от войны на юг Франции. Им помогает волонтерка Ирина Бурдель. Украинка живет здесь уже долгое время. Война продолжается, зима будет очень и очень трудной. Для нас здесь тоже, но в Украине это намного-намного сложнее. Вот почему люди все еще прибывают сюда. Оксана Басова также волонтерка. Воспитательница детского сада бежала из Киева после российского вторжения. Ее муж, инженер, продолжает там работать, восстанавливая системы электроснабжения, разрушенные российскими ракетами. Сын Оксаны Алексей знает, российские бомбы угрожают жизни его отца, а мама борется за выживание здесь. Но на Лазурном берегу есть и другие беженцы из Украины. Они живут в известном своей роскошью курорте Сен-Жан-Кап-Фера, неподалеку от Ниццы. И они любят демонстрировать свое богатство. Миллионеры, миллиардеры, олигархи. Многие из них считаются давними агентами влияния Путина в Украине и одними из главных коррупционеров. Сегодня они постоянные гости в казино Монте-Карло. Летом независимое украинское интернет-издание «Украинская правда» опубликовало их имена, тех, кого в шутку называют «батальоном Монако». Некоторые из них были депутатами Верховной Рады от пророссийских партий, в настоящий момент запрещенных в Украине. Эти люди были не только частью коррумпированной элиты, они несут также ответственность за войну в Украине, потому что призывали Россию прийти в Украину. Поэтому мы считаем, что они несут полную ответственность за эту катастрофу. С украинскими миллиардерами у волонтеров Ирины и Оксаны контактов нет. Город Ницца безвозмездно предоставил французско-украинской культурной ассоциации этот магазин. Вместо культуры – помощь беженцам, детям, получившим психологические травмы. Рядом принимаются частные пожертвования. Большая часть помещения нужна ассоциации для присмотра за детьми и изучения с ними французского языка. На улице нуждающиеся матери и бабушки стоят в очереди за бесплатной едой. Раз в неделю сюда разрешается приходить всем желающим. Здесь их берут на учет. Частные пожертвования и продукты питания финансирует Управление социального обеспечения. Несколько банок сардин. Сардины, так? Но хватит ли этого на целую неделю? Нет. Нет. А беженцы-миллионеры тем временем раскатывают на яхтах и лимузинах. В марте украинский антикоррупционный блогер опубликовал фотографию. Это примерно 28 миллионов долларов США и почти 1,5 миллиона евро. Снимок сделан венгерской таможней при въезде в ЕС супруги одного украинского депутата. Как таможня на юго-западе Украины могла не заметить контрабанду наличных, об этом можно только догадываться. Но не исключено, что на кону у украинской колонии беженцев класса люкс стоят не только деньги. Утренняя пробежка по Кап-Фера Игоря Абрамовича, депутата Верховной Рады от уже запрещенной партии. Лояльную России парламентскую группу ОПЗЖ он покинул еще до запрета. Вместе с другими он основывает новую группу депутатов Рады «Восстановление Украины». Что это восстановление старых пророссийских альянсов в солнечном изгнании? Депутат отказывается комментировать это украинским СМИ. В Киеве сейчас стоят минусовые температуры. Там пристально следят за новыми сетями старых друзей Москвы. Активист Александр Солиженко специализируется на депутатах украинского парламента и их контактах. По информации «Украинской правды», тот, что справа, бывший глава департамента защиты экономики национальной полиции, рядом с народным депутатом Игорем Абрамовичем. Ну, такая тенденция в них. А вот... Киевские следователи направили в европейские полицейские организации запросы на розыск двух из нескольких десятков подозреваемых.
В настоящее время выясняется и проверяется, законно ли уехали граждане, фигурировавшие в журналистском расследовании, и были ли они вовлечены в отмывание денежных средств, которые, как подозревают наши следователи, вероятно, были приобретены незаконным путем. Весь прежний опыт показывает, что перспективы на экстрадицию в таких случаях невелики. Но этого для украинских женщин в центре для беженцев недостаточно. После войны, рано или поздно, у этих людей спросят, чем они занимались, и им придется отвечать за свои поступки. Они надеются на то, что украинские друзья Кремля окажутся за решеткой и на скорый конец предполагаемой сети на Кап-Фера, так называемого батальона Монако.